4 насыщенных дня, которые ждут нас всех, позволят нам окунуться в творчество Николая Михайловича, это его стихи, песни на его стихи, побывать там, в тех местах, которые связаны с его биографией, с его творчеством. Не только Вологда является центром фестиваля «Русловская осень», но и далеко за ее пределами. И никому не известно то, что зимой горя в бездне таится небесной, ветер и грусть октября. В бездне таится небесной, ветер и грусть октября. Положил в котомку хлеб, печенье, положил для роскоши миндаль. Хлеб не взял, ведь это же мучение, волочиться с ним в такую даль. Все же бабка сунула краюху, все заранее знали наперед. Так сказала, слушайся, старуха, хлеб родимый, сам себе несет.